Так, всем привет. Хотите посмеяться надо мной? Вот, я не знаю зачем, накупил себе кучу ножовок. Вот, это, короче, все ножовки, которые у меня имеются. Мне кажется, наверное, ни у кого больше столько нету. В общем, есть со средним зубом, с мелким, с мелким, с мелким, с очень мелким зубом для мелких дощечек. Потом вот есть такая пилка маленькая, я там куда-то с собой в поход беру, там куда угодно. Вообще в багажнике хорошо такую вывозить в машине. Потом есть еще такая, это вообще удобно, там если какой-то штапик отпилить, что-то маленькое отпилить. Вот есть еще такая моя любимица, люблю вот всякое такое. Я люблю или очень какие-то миниатюрные инструменты маленькие, или какие-то очень большие инструменты. Мне кажется, это с любым настоящим мужиком так. А вот что-то вот обычное, вот это, блядь, обычная пила, она мне не нравится. Это мне ее просто подарили. Вот, это вот такая вот кастомная пила. Такая прикольная. Пилы все очень острые. Вот, я только что нечаянно зацепился пальцем. Блять, и вот пошла кровяка. Вот, это я за вот эту зацепился. Она с алмазным напылением. Она очень острая, вы даже не представляете, насколько она острая, эта пила. Вот. С такой вот, типа, текстолитовой рукояткой. Эта пила такая, что есть носа не будет. Ей можно хоть железный люк чугунный распилить. В общем, вот моя коллекция пил. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Валентин Царский. Всем пока.